Грипп – коварная болезнь, в результате которой происходит поражение дыхательных путей человека. Последствием этого недуга могут стать обострение хронических заболеваний сердца, легких, почек и других внутренних органов. Вот почему недооценивать это заболевание не стоит. Особенно подвержены ему дети. На протяжении последних лет в нашем городе, так же как и по всей стране, проводился комплекс профилактических мероприятий, и большую роль здесь сыграла иммунизация населения. Что касается этого года, то эпидемии в этом году не предвидится. Начиная с января не было зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом. Были выявлены лишь простудные заболевания. По этому поводу в учреждении здравоохранения обратились 137 взрослых и более 700 детей. В конце года в нашем городе проводилась иммунизация населения против гриппа. Если по каким-то причинам сделать прививку вам не удалось, следует укреплять иммунную систему. А самые эффективные методы – это ведение здорового образа жизни, прогулки на свежем воздухе и занятия физической культурой.